Ну, прибыли мы в отель «Сан Маринс». 4 звезды. Привет, привет. Город Анапа. Первый день, только что заезжаем. Да, вот мы с чемоданами тут. Карточки нам выдали. Вот, 717. Да, специально просили мы повыше. Седьмой этаж. Заходи. Давай, закатывай второй. Так, ну что мы здесь видим? Шкаф-купе. Сейчас посмотрим все. Вот, заходим. Там холодильник. Так. Угу. Так. Кровать. Ну, вот смотри здесь. Сейчас все посмотрим. Закрывай там. Принадлежность. Угу. А, ну чайник, как и было обещано. Чайник, вода. А это холодильник, что ли? Посмотри. Ага, там холодильничек маленький. Мизерушка. Ну, а что ты хотел сюда? Маленький. Огромный, что ли? Ой, вот смотри. Сейф, пожалуйста. Сейф есть. Полотенце, а дополнительное полотенце. Какие-то полотенчики. Это она, это... А, банные халаты. Есть, для халаты. Бассейна. Халаты вот два. Есть. И для бассейна. А, для бассейна. Только вторую половинку. А вторая, вот, смотри. Это одеяло. Дополнительное одеяло. Плечиков нет, да? А, плечики есть. Есть. Плечики есть. Давай ванну посмотрим. Так, ванну включаем. Ничего, вон с той стороны включай. А, ты карточку вставь, света нет. А, точно. Мы же, карточку. Знаешь... Забыли совсем. Забыли совсем. А, ну вот. Вот, включаем. Ну вот. А свет, если нужно, вот отсюда, наверное. Ой. А почему свет здесь не горит? А здесь, может, внутри какой-нибудь включать? Ну, давай разбираться. Ну, ладно. Так, фен есть, зеркало увеличивающееся для краситься есть. Так, наборы. Наборы опять. Душевая какая-то большая. Шапочка для душа. Сейчас. Смотрю здесь, что есть. Мыло. 4 полотенца. Для ног 2 полотенца. Так, унитаз. Вот такая вот душевая кабина. С тропическим душем. Так. Заселили нас. Заселили нас раньше срока. Да. То есть до 12 часов мы ждать не стали. Температура воздуха. Значит, смотри, что тут еще. Ну естественно, что? На балкон. Телевизор это... есть. Сейчас мы зеркало, туалетный столик есть. И посмотри, какой этаж. На балкон. Седьмой этаж. Седьмой этаж. Ой, ну все видно, все на пол. Вообще красота. И колесо обозрения. Колесо обозрения.